Всем привет! Сегодня случайно обнаружил здесь в своем, скажем так, кладезе всякого барахла, в своей мастерской комплект вот таких вот немного бэушных колес. Ну, колеса вообще прекрасные, такие резиновые, вот довольно-таки надежно, мощно сделаны. Тут у них даже вот такая есть функция тормоза, поджимается такая вот пятачок к резиновому диску. Я подумал, что-то они у меня здесь так просто будут валяться, а я буду бочонки по дому носить, надрываться. Дай-ка я сделаю тележку, чтобы передвигать по дому ферментеры. Ну, для этого, как обычно, я нашел вот такую вот платформочку, обрезок ламинированной фанеры. В качестве циркуля будем использовать, ну, например, вот здесь такой вот брусок у меня валяется. Так, остается найти здесь центр. Для этого используем линейку. Черканем диагональки. Вот как-то так. Вот он наш центр листа. Что мы имеем по размерам? 20 сантиметров есть от центра. Ну, окружность любого диаметра с помощью вот такого примитивного циркуля сделать элементарно. Шило вставляем в отверстие. Ну и вот получился довольно-таки точный, четкий диаметр. Убираем щечку. Ну вот и все. Осталось вырезать. Ну, вырежу с помощью вот такого устройства. Называется маятниковая пила. Ну, в отличие от вырезания окружности фрезером после маятниковой пилы или лобзика, край вот такой остается чуть-чуть шероховатый, неровный. Ну, это тоже не проблема. Сейчас исправим с помощью вот такого устройства шлифмашинки. Края облагородил, получилось гладко, ровно, безо всяких заусенцев. Ну, теперь выбираем сторону, какая получше. Вот это похуже, вот это получше. На стороне, которая похуже, произведем разметку и закрепим вот эти колесики. Ну, вот разметка произведена, колеса я прикинул, чтобы они немножко выходили, чтобы было поустойчивее за край этой платформы, не стал их смещать сильно к центру. Вот, и нашел у себя в закромах вот такие болтики, не знаю, куда они у меня валяются и где они используются. Ну, так подумал, что здесь они будут в самый раз. Нашел баночку с такими болтиками, поэтому сверлить будут диаметром 6, вот как вот этот болтик. Сверлышко на 6 и поехали. Получилось вот так. Как всегда, у меня в камере вовремя сдох аккумулятор, поэтому досниму на телефон. Вот так вот по 4 отверстия. Такой вот аккуратный кружочек получился. В этих винтиках я еще разглядел. Есть. Сейчас сфокусируется. Видите, внизу возле шляпки есть такая прямоугольная насечка. То есть, так как за шляпку здесь никаким ключом винтик этот держать нельзя, то эта прямоугольная насечка упрется. Почему точно просверлил отверстие, упрется в края этого отверстия и не будет давать шляпке вращаться. Вот, поэтому закрепить на эти болтики будет довольно просто. Ну, вот из такого скромного ведра выбрал нужное количество вот этих болтиков. Вот так вот их вставил, наживил. Ну, осталось только закрепить. Иными словами, зажать. Вот так вот просто.
все происходит. В итоге вот так все получилось. Легко очень катается, крутится. Такая конструкция с клепками как-то. Можно сказать, даже красиво. Мне нравится. Ну что, осталось пойти поставить на нее ферментор и попробовать ее в действии. Скажем так, как будет работать на практике. Ну вот так все в целом, в общем, выглядит. Транспортировка от полного 60-литрового ферментора не доставляет вообще никаких проблем. Вот он вращается как угодно, катается как угодно. Ну вот, как-то так. А то тягать эти бочки уж совсем одолела меня перспектива. Очень уж они нелегкие. Все, надеюсь, видео было кому-то интересно и полезно. Хотя здесь все, да нельзя, просто и примитивно. Ну все, всем пока.